Запертый шкафчик. А, ключ. Спасибо, чувак. Я как раз хотел ключ взять, слушай. Спасибо. Я буду тебе... Лайк, все за чувака, лайк. Здорово, народ. Мы продолжаем In Sound Mind. В здравом уме, вторая часть. Вот, в прошлый раз мы остановились на том, что мы собрали с вами пистолет. Поднялись на второй этаж, чтобы выстрелить в бочку. Кстати... Прикольно. Он прицеливается. Значит, собрали пистолет. Теперь можем спокойно идти взрывать. Главное, надо встать подальше, потому что это химикаты. Я думал, будет поэпичнее взрыв, если честно. Так, выбежал этот чернильное пятно. Правоохранитель, чертов. Ты серьезно? Все, я понял, его можно было убить. Хорошо. Обследуй, возьми. Тише. У меня есть ощущение, предчувствие, если можно так сказать, что наблюдение за смертью пациента может привести к похожему исходу. Не пойми меня неправильно, я хочу твоей смерти. Но, пожалуй, не так быстро. Постарайся не застрелиться из найденного пистолета. Хотя это было бы забавно. Нет, не забавно. Нифига не забавно. Погнали слушать текст Вирджинии. Ваш кабинет. Дверь за собой закрывай, пожалуйста. И снова ринемся в пролом. Да, короче, когда мы слушаем кассету, мы типа попадаем в другое измерение. И типа подробно слушаем эту кассету. Попадаем как бы в... Во что? В чей-то... В эту запись? Так. Опять белое окошко. Что обозначило белое окошко, которую привело любопытство? Кассета Вирджиния. Я умер? Так, я понял, я отвлекся и провалился. Знаете, это печально. Это нечестно, я всю жизнь покупала еду и все необходимое в Эденс Гроув. И они рассчитывают, что я смирюсь с их попытками разрушить этот город и принуждением закупаться в других магазинах. Это очень меня расстраивает. Я сумасшедшая? Я сумасшедшая, да? Нет, подобные изменения действительно создают неудобства. Конечно, местные жители привыкли посещать Эденс Гроув. Она психанула из-за того, что закрывают ее магазин, в котором она закупалась очень часто. Почему фиолетовый свет? Похоже, выхода нет. Под ноги надо смотреть. Что-то я туплю. Так, фонарик, он здесь тратится, да? 92, смотрим. Если он здесь не тратится, мы можем здесь с ним ходить. Но это же типа другое измерение, тратится. Все, тогда не тратим. Я не желаю покупать еду в Хома Март. И не буду. А какие еще варианты у нас есть? Разве что где-то за пределами Милтон Хейвена. Нет, чтобы почувствовать себя в безопасности, мне приходится ехать еще дальше. Она боится закупаться. Ничего себе. Физика, видали? Сейчас буду кататься на этой тележке. По-любому, каждый из вас, реально гигантская кассета, каждый из вас в магазине катался на тележке.
по-любому, как на гонках, да? Так вот заходите сзади, так. До свидания. Понимаю и верю, что мы с вами справимся с этой проблемой с помощью упражнений. Небольших, но своевременных мер. Вижу, вы начинаете нервничать. Это нормально. Ну, не знаю. Ты психолог, тебе виднее, как с ней разговаривать, но... Знаю, я... Извините. Просто... Что, если я не справлюсь? Сосредоточьтесь на дыхании. Вдох-выдох. Помните, при необходимости вы можете позвонить мне. Хорошо. А есть ачивка? Я могу все эти тележки... А, я что не спихнул? Ладно. Тогда нету смысла. Я что не спихнул тележку, поэтому... Что это такое? Все, мы закончили. Это все? То есть мы узнали, что она боится ходить в другой супермаркет. Очень странная боязнь. Очень странная. Так. И что нам из этого следует выяснить? Я так не понял. А, Home Mart. Это новый магазин, который открылся. Так. В связи со случившимся ранее происшествием, Home Mart временно закрыт для посетителей. Мы приносим извинения за причиненные неудобства и скоро возобновим работу. Home Mart. Ничего себе. Это мы все еще находимся, получается, в ее кассете, да? Так. Так, близко туалета расположены ко входу, удивительно. Это замок с прорезью для монеты. А, то есть там в слежке что-то лежит, а чтобы ее забрать, нужно найти монету. Так. Что еще здесь есть? А сколько вообще тому магазину лет? Вроде он только открылся, а тут пару полок, все такое грязное, все. Что такое? Это вроде целое. Так, он на меня реагирует, да? Не соседи, то тоже. Мне кажется, эти двери знают, когда я не смотрю. Вызовите мастера и попросите его починить двери как можно скорее. Из-за этого расследования я по уши погряз в бумажной работе. А, то есть мне надо на них смотреть. Ничего себе. Краснеет-то все. Какие прикольные двери, слушайте. Ну да, если бы я играл на английском, я бы вряд ли здесь понял, что нужно делать. Нужно просто было пройти спиной. Так, 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 так. Смайлик. Фото оклок. Тоже нужна монетка. Все за деньги. Что за супермаркет? Здесь все нужно покупать. Свет выключи. Home Mart, у нас самые низкие цены. Мы гарантируем это. Телевизор Corizol TEM42 от Синицу. Первый год гарантии на всю электронику свыше $100. Телевизор Bonobo. Ну я понял, короче, экономия, скидки, все дела. Мы самые лучшие, мы самые прекрасные. Там дух какой-то был. Не знаю, видели вы, не видели. Вот здесь стоял дух девушки, я так понял, по голосу. В каком-то платье. Как в Ведьмаке этот. Полуночница. Офицеры, для вашей безопасности будьте особенно осторожны, заходя за желтую ленту на месте преступления. Там много битого стекла и острых предметов. Угу. Угу.
Это зеркало стоит. Я уже подумал, тело. Так, ты кто? Дэйв. Привет, Дэйв. Как твое ничего? И там зеркало. Она, походу, разбила зеркало, может, даже не одно. То есть она не хотела себя видеть? Отдел общего назначения. Ну и повсюду зеркала разбиты. А. Да, хватит крушить. А, оно не разбито, оно просто грязное. А? Хватит на меня пялиться. Заманите стражи к зеркалам. Острый отражающий осколок зеркала. Как нож. Чего? Ничего не понял. Это я вижу то, что сзади происходит, да? Так, ну если я так повернусь, я буду видеть зеркало, да? Да, это я вижу то, что сзади происходит. А так, это я могу ударить. Ничего не понял, каких стражей? Зеркало на два, да? Я могу теперь резать. О. А, смотрите. Not my fault. Не моя ошибка. Написано. Так. Глаза нарисованы какие-то. Подними разбитое зеркало. Оно видело намного больше, чем увидишь ты. Смотри в зеркало, смотри в лицо своим страхом. Какие страхи, о чем? Какое? Зеркало ищи быстрее. Вот зеркало, нашел зеркало, все, я в безопасности. Оно разбито. Это мне нужно отворачиваться от нее и смотреть в зеркало? Получается. Еще раз. Замените стража к зеркалам. Осталось 4. Вот это зеркало, да? Но оно разбито. Батарейки. Патроны. Она не может смотреть на себя. Я не виню ее, но ей нужно видеть мир таким, какой оно есть. Помоги ей поразмыслить над этим. Покажи ей истину этого мира. Коллеги, в вентиляционной шахте над выставкой электроники завелись крысы. Это объясняет этот жуткий запах. Мы не можем открыть выставку, пока не прочистим вентиляцию, так как она находится прямо над зеркалом. Попасть в вентиляцию можно через компрессорное отделение в восточном крыле. Андерсон. Это звуки мои соседи издают, наверное, потому что я нахожусь в напряжении. А, они хотят меня, как это, подбодрить. Просто понимаете, я не понимаю, как с ней бороться. Она где-то, короче, есть. А, это я круг сделал. Вот зеркало вижу. А, что написано? Don't look at me, I'm a monster. Не смотри на меня, я монстр. А что это за штуки такие? Мне так жаль. Так а ты где, Это что ты там жалеешь? Кто ты? Джордж. А, вот видите, она пытается его схватить. А он типа смотрит в зеркало, и она отворачивается. Вот, видите?
Это наглядный пример, как это работает. Игра подсказывает нам. Игра хорошая. А? Иди ко мне. О! Беги. Я пошутил. Ты где? Я здесь. Ну иди ко мне. Так. Минус еще один. На нем написано ремонтная цех восточного крыла. Пошла нахрен. Короче, если будет все плохо, нужно поворачиваться к ней спиной и смотреть в зеркало. С тех пор, как произошло это происшествие, здесь царит жуткая атмосфера. Что-то витает в воздухе. И почему здесь зеркала повсюду? Так, а как понять, где... Вот она, да? Как понять, где зеркала? А, оно как-то показывает их? Ну да, типа зеркала, да, или нет? Так, все, я понял, как быстренько переключаться. Так, 3.99. Нет. А, для поиска важных предметов и угроз. Одна зона. А, это мы круг сделали. Что меня палит? А, вот эти штуки, они везде находятся здесь. Ну, если что, нужно, короче, в угол становиться, да. 4 бакса. Это сканер предметов. Вряд ли. Чтобы убить двух зайцев, мы объединяем продажу нашей новой коллекции открыток с раздачей свежечеканных монет Homo Mart. Покупатели, потратившие определенную сумму денег на открытие, на открытки получают по одной монете Homo Mart. А как вам такой творческий подход? Ваши индивидуальные цены указаны под кассами. Открытки в продаже. Открыта Homo Mart. Общий отдел у касс. Открытка. Так, один предмет может быть сканирован много раз. То есть нам нужно найти 3 открытки, да? В разных отделах. А я могу это сфоткать? Покупатели. Так, открытки получают по одной монете Homo Mart. Так. Ваши индивидуальные цены указаны под кассами. Здесь 4, да? Здесь 5. То есть нужно на этих кассах пробить, чтобы получить монетки. Давай, открывай, идеально подходит, естественно. Возможно, удастся чем-то сломать. Угу. Чего? Там кто-то сидит? Там кто-то сидит? Че, смотришь за мной, да? Ай, какой три! Запомнил, что там кто-то сидит, по-любому потом он там сидеть не будет, я более чем уверен. Сейчас я подойду, меня ударит током. Пролезть я тоже никак не могу. Двери за собой закрываем. Нет, двери за собой не закрываем. Она сквозь эти летает. А нам убегать надо. Прикол в том, что она двигает тележки. И она тоже реагирует. Ну, на нее тоже реагируют эти счетчики каких. Приятель, ты веришь во всю эту чушь с видеонаблюдением? Неужели он действительно будет следить за нами все время? Этот фанатик контроля может видеть, сидя в своем офисе, как я пишу это прямо сейчас. Может быть, его бывшие сотрудники воровали деньги из касс, но нам этого не нужно, да, Дэйв? Дэйва мы видели. Да, положи ты. Попытка не пытка.
Виталик скажет три таблетки, так, здоровье. Ну, понял. Торговый автомат. А-а-а, больно. Тише. О, вот и полечились. Я, короче, зеркало из рук убирать не буду, потому что ну его нахрен. Но я буду брать фонарик. Но против этой... Что, где? Здрасте, приехали. Что ты здесь будешь ходить? Музыка прикольная. А сдохни ты уже наконец-таки. Капец. Очень много патронов на него потратил. На него нужно, я так понял, два выстрела, да? Два выстрела, и он все. Нет, мне пока не надо. Это сразу считывает перфокарт. Оно не работает. Дэвид, ты идиот. Ты опять забыл свою перфокарту в автомате. Ты правда такой тупой? Я просунул ее в твой шкафчик. Опять. Как переключить? Да. Смайлик. Again. Ладно. Продолжаем искать. Что здесь у нас? Электрощитовая. Инструкция по эксплуатации блока питания. Этот блок питания подключен к следующим помещениям. О, офисы. М, офис руководителя. Комната видеонаблюдения. H, коридор. S, комната персонала. C, компрессионное... компрессорное отделение. Компрессорное. Используйте каждый рычаг для переключения питания в соответствующей комнате. Питание распределяется слева направо на блоке питания N. Предупреждение. Если в одной из комнат произойдет электрический сбой, комната справа от нее не будет получать питание, пока электричество в комнате, где произошел сбой, не будет отключено. Сбой — это там, где у нас принтер валяется, да? У нас принтер валяется в офисах. В офисах это самый первый. А, видите, мы отключили питание в офисе, и оно включилось в комнате М. А если-то что? Комната персонала. Это все, на что ты способен? Сказал таинственный человек в желтой рубашке и шляпе ковбойской. Он, кстати, на аватарке был. О, на аватарке. Он был на ярлыке приложения, этот чел, в шляпе. Стрёмный тип, если честно. Выход, как всегда, не работает. Зато мы нашли патроны. Но он... Тут мурашки по коже пробежались. А это что? Комната для персонала. Ее нам нужно тоже отключить, да? Ты что так пугаешь-то? Иди отфакси себя. Капец, страшно. Просто я аж замолчал. Ну, стрёмно, потому что ты чё? Факс. Меня факс пугает. Нормально вообще, нет? Просто, знаете, он даже меня больше напугал не тем, что он сработал, а тем, что сейчас припрется сюда эта бабеха. Навешает мне люлей своей маской. Так, короче...
Офис, руководитель комнаты видеонаблюдения, коридор, комната персонала S. Угу. А если везде эту отключить? Всегда нужно, короче, оглядываться, ну его нафиг. Фонарик лучше выключать. Здесь маленькая прорезь для монеты. Не повезло. Короче, нам нужно монеты искать. А монеты искать нужно в этом... в аппаратах, чтобы их открыть, нужно, короче, искать эти какие-то открытки в этих зонах. Еще раз смотрим. Общий отдел указ. Общий отдел рядом с электроникой. Входная площадь у фотобудки. Так, погнали тогда через фотобудку пойдем. А общий отдел указ это где? Общий отдел указ. Вот там фотобудка. Но чтобы пройти, нужно сначала обернуться спиной, да? Так. Ага. Даже так. На ценнике указано $0.5 США. Открытка Мэйер фармацевтика. Фармацевтика. Так, это вот то, что возле будки было, да? Слушайте, а зеркало, оно помогает, да? То есть я могу вот так вот посмотреть, убрать его, и оно еще помечает, да? Или нет? Да, вы видите, остается. Да хватит катать тележки. Ну давай попробуем, хорошо, иди сюда. Пошла нахрен. Пошла нахрен. Мое зеркало. Оно отпугнет тебя. Все, я ее не боюсь. Хочу спрятаться, хоти. Прячься, делай что хочешь, короче. Мне вообще на тебя пофиг. У меня есть зеркало, я теперь все. Я научился им пользоваться. Отдел общего назначения. А, она вон туда убежала, хорошо. Она успела меня уцепнуть, прикиньте. Так, открыто Homo Market. Так, еще одна открытка. Пропали? Куда пропали манекены? Leave me alone. А что желтенькое значит? Это эти кассы? Так, она вон там, да? Да ё-моё, пройди давай сюда. Накручим вот всех помещений. Да боже мой. Где ты? Вот она, да? Все, я уже, в принципе, научился пользоваться этим зеркалом. Вот она вот здесь бегает. Куда пропала? Куда пропала, алё? Ладно. Так, значит, надо уже брать монеты и закругляться на эту серию. Написано на этих открытках. Значит, 0, 5, 2 и 1. Так, здесь у нас что? Здесь у нас 4. Да боже мой. F 3,99. 2,50. 5 и 4.
А чё в смысле? Еще раз. 1, 2, 0, 5. Ты не шипи на меня. У меня есть зеркало. Зеркало, зеркало. Ты это, покажи мне. Что это за... Понятные штуки. Ну, там нет, ты пошла нафиг. Чтобы убить двух зайцев, мы объединяем продажу нашей новой коллекции открыток с раздачей свежечеканных монет Homo Mart. Покупатели, потратившие определенную сумму денег на открытки, получают по одной монете Homo Mart. Как вам такой творческий подход? Ваши индивидуальные цены указаны под кассами. Покупатели потратили определенную сумму денег на открытки. То есть, я понял. Один предмет может быть отсканирован много раз. Все, я понял. Значит, сколько у нас? 4. Пожалуйста, мне escape. 5. 2,5, да? А тут... Вот 3,99 нам не надо. 2,5. Вот здесь мы можем отсканировать 2 и половину. Монеты есть. Все, я понял. Можно сканировать несколько раз. 5 раз. Значит, 2. 2 и 1. Good job. Тут сколько? 4? Тут 4. 2 раза по 2. 2. И 2. Монетка. Так. 3, 4. И осталось только вот это, но здесь 3,99. То есть должна быть какая-то индивидуальная открытка. Хорошо, 3 монеты мы взяли. Что по времени? Времени уже нужно заканчивать. Предлагаю сходить тогда вот в этот офис, тогда еще. И забрать эту штучку. Мэйда прошла, но ничего не случилось. Чё, прикалываешься? Эта хрень будет мне должна. Меня обманули, что ли? Так, куда ты жрёшь? А, нет, нормально, жри. Он же мне в шкафчик положил, да? Запертый шкафчик. А, ключ, спасибо. Спасибо, чувак. Я как раз хотел ключ взять, слушай. Success. Спасибо. Я буду тебе... Лайк, 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 все за чувака, лайк. Блин, какой классно, слушайте. Как тебя зовут? Дэйв. О, слушай, Дэйв, ты вообще, дружище, вручаешь мне постоянно. Это тебе за то, что я этот... Чё ты мне фонарик включишь? Ладно, останемся с Дэйвом. А где Дэйв? Дэйв? Закончим ты на этом серию. Стрёмно, стрёмно. На самом деле, этот призрак гоняется за нами по супермаркету, но ничего. Ща его этим зеркалом просто на раз-два порежем. Осталось еще пару зеркал словить, да, там 3. Да, 3 зеркала, подумаешь, 2 мы уже сделали. Поэтому, чтобы не пропустить следующее видео, либо другие прохождения игры на канале, подписывайтесь. Не бегай. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, ссылка на плейлист в описании. Всем до скорых встреч. Всем пока.